Здравствуйте! В эфире «Астана Онлайн» – программа, в которой мы оперативно и достоверно говорим на актуальные темы искусства, науки, культуры и образования. Гость нашей программы – Канат Байгарин, генеральный директор Назарбаев University Research and Innovation System. А говорить мы будем об образовании, науке и бизнесе. Но прежде чем начать наш разговор, Канат Абдулевич, я бы хотела, чтобы вы пояснили название организации, которую вы возглавляете. Что это означает? Название организации возникло в процессе развития самого университета. Изначально, когда мы создавали университет, у нас была академическая часть и исследовательская часть, которая состояла из нескольких исследовательских центров – энергетического центра и междисциплинарного центра. И вот в процессе развития вот эта научная часть университета, она преобразовалась в Назарбаев University Research and Innovation System. Изначально предполагалось, что мы будем заниматься наукой, в основном в очень тесной связи с академическим сектором, то есть с нашими школами. А давайте поясним телезрителям, как это переводится, вообще переводится ли это на русский язык, как это можно объяснить? Ну, это, грубо говоря, это система науки и инноваций Назарбаев университета. Вот так можно перевести на русский, чтобы было понимание, что это такое. Да. И когда мы просто от науки, от научных проектов, перед нами поставил глава государства задачу, что эта наука должна быть близка к современной экономике Казахстана и близка к современной вообще науке мировой, когда мировая наука сегодня активно участвует в экономической жизни любого государства, в рынке, то появился элемент инновации и коммерциализации, элемент внедрения. И тогда вот появилось вот то, что называется НУРИС, или Назарбаев University Research Innovation System. И это учреждение, которое входит в систему Назарбаев университета. Да, это неотъемлемая часть Назарбаев университета. Занимаемся мы несколькими направлениями. Первое, мы обеспечиваем учебный процесс, поддерживая всю лабораторную систему Назарбаев университета, всех школ, которые есть в Назарбаев университете. А у нас есть две основные научные, естественно, научные школы. Это инженерная школа и школа наук и технологий. Они имеют свои лаборатории учебные и исследовательские. Мы их поддерживаем. Это первое. Вторая функция – вообще поддержка всей научной инженерии в университете. Третье и самое главное, с чего мы начинаем, собственно говоря, это научные исследования в области энергетики, физики, химии, биологии, биомедицины. Вот. И четвертое, вот то, что я сказал, появился новый элемент у нас, что научные проекты, которые разворачиваются, развиваются в Назарбаев университете, должны находить свое место в экономике, в жизни. И появилась инновационная или коммерциализирующая часть университета. Вот этим, всеми вот этими пяти элементами мы занимаемся. Поэтому мы называем систему Назарбаев университета. Канат Абдулевич, вот в начале программы я сказала, что говорить мы будем о науке, образовании и бизнесе, то есть производстве. Вот именно этот треугольник образовался с открытием инновационного технопарка в Назарбаев университете. Вот идеи до производства, наверное, именно так можно выразить суть нового учреждения, вот этого технопарка, который открылся в университете. Технопарк – это неотъемлемая часть также университета и НУРИСа. Это является одним из элементов инновационной системы, инновационного, так называемого, интеллектуально-инновационного кластера Назарбаев университета. Сюда входит несколько элементов. Один из элементов – это офис науки, офис коммерциализации, офис инкубатор, называется еще, когда проекты, научные проекты проходят стадию инкубирования или выдержки такой. И третий – технопарк. И заключительная и очень важная часть, которая будет также развиваться в Назарбаев университете, это создание сайенс-парка, то есть научного парка, где уже реально те разработки, которые дошли до степени коммерциализации, будут соединяться с компаниями, бизнесом, который сегодня делает осуществляет какие-то проекты, бизнес-проекты в Казахстане. Вот такая вот система, это и называется интеллектуально-инновационный кластер. И одним из этих элементов является технопарк. Ну, что значит технопарк? Где-то около, вот за эти вот 3 года, пока мы развивались, в Назарбаев университете реализуется около 160 научных проектов. Ого! Ну да, вот за короткое время удалось такую систему создать. Хочу сказать, состав людей, кто это реализует. Здесь есть и казахстанские ученые, здесь есть очень много у нас молодежи, которая закончила Булашах, вернулась, как вы сказали, треугольник, вернулась совершенно другой культурой,
научной культурой, которая там, на Западе, работает в условиях рыночной экономики. Та культура, которую, скажем, я представляю, это бывшая советская наука, она сегодня, естественно, имеет какие-то свои достижения, но... Не настолько... Адаптирована к рынку. Да, да, она, и коммерциализована, да, скажем так. Да, не, ну, сами условия были такие. Поэтому вот эта молодежь, она на самом деле принесла важную культуру в нашу науку сегодня. Хотя она еще зеленая, молодая, как говорится, но здесь очень важно ее правильно воспитать, правильно поддержать на этом этапе. Не все проекты реализуются, но устремления должны быть такие, что да, да, проект для чего он создается? Он создается для того, чтобы его в конечном итоге реализовать. Есть два направления. Есть чисто фундаментальная наука, она осталась, она никуда не денется, но самая вот большая проблема в нашей советской науке была то, что она не имела хорошего приложения в жизни людей. Она имела хорошее приложение в части обороны, защиты, производства оружия там, и так далее. Вот. Но совсем даже слабо участвовала в экономической жизни страны и совсем слабо даже в медицинской, например, жизни страны сегодня. А сейчас другой мир и другая культура использования. Наука уже приблизилась к реальной жизни. Если наука раньше была ближе к образованию и к накоплению знаний, то сейчас эти знания должны приносить доход. И вот в этом смысле это новая культура, да. Ну а сейчас с появлением технопарка можно надеяться, что и идеи, проекты будут внедряться в жизнь? Ну, мы называем его пилотный технопарк. Значит, на самом деле, что мы сделали? Мы вот эти 160 проектов научных, которые были, рассмотрели, что из них применимо сегодня в Казахстане. Вот. Из этих проектов мы отобрали где-то около 30 проектов. Из этих 30 проектов мы отправили где-то 12 проектов на международную экспертизу с точки зрения коммерциализации, с точки зрения возможности внедрения этих проектов. Получили результаты международной экспертизы и сказали, где было понятно, что вот эти проекты, они жизнеспособны с точки зрения применения их. И вот эти проекты, они куда-то должны были пойти. Вот они пошли в технопарк. То есть это проекты, которые должны произвести какой-то прибор, какое-то вещество создать. То есть это проекты, которые должны создать прототип какой-то. Но уже не научный результат, а уже практический результат. Практический результат, в смысле, какое-то вещество, которое можно применять в жизни людей. Да, в жизни людей, совершенно верно. Да. А не могли бы вы рассказать о каком-либо самом интересном проекте вот из всех этих? Значит, смотрите, там несколько, конечно, все проекты. Все интересные? Все интересные, конечно. Ну, например, возьмем проект, то, что мы называем Smart Grid, например, да? Вы знаете, очень много говорят о возобновляемой энергетике, ветровой, солнечной и так далее. Но традиционная энергетика очень критично к этому относится. В плане, они беспокоятся о безопасности сетей, например, безопасности самой энергосистемы. Как ее подключать, чтобы она не нарушала... Вот это, ну, все зависит, есть ветер, нет ветра, есть день или ночь. Там. Вот эти все моменты, конечно, их беспокоят традиционных энергетиков. И вот то, что называется Smart Grid, это система подключения вот этих вот зависящих от природных условий источников энергии, чтобы они не нарушали саму систему, были безопасны для нее. И вот Smart Grid – это есть умное управление этими вещами. Вот. Вот этот проект у нас реализуется. Он практически реализован. Возможно, даже можно было посмотреть его. Там это у нас есть ветровая станция, солнечная станция у нас есть. И все это подсоединено в нашу электрическую сеть Назарбаев университета. И все это работает, пока никаких нареканий нету. Вот. Карат Абдулевич, я предлагаю сейчас посмотреть сюжет. Как раз об этом проекте. Симбиоз науки и бизнеса. Технопарк на базе Назарбаев университета открыли в Астане. Здесь, на площади более 2000 квадратных метров, будут реализовываться инновационные проекты, проводиться научные исследования. Уже сегодня инновационные технологии нашли свое применение в технопарке. Так, экспериментальная площадка комплекса возобновляемых источников энергии, включающая в себя ветрогенераторы и фотоэлектрические панели, интегрирована в электрическую сеть Назарбаев университета. Это, в свою очередь, дополнительный источник энергии вуза. В технопарке мы размещаем проекты в сфере биотехнологий, робототехники, IT, в сфере возобновляемой энергетики и механики и инженерии. То есть сам технопарк является собой площадкой, платформой для физического воплощения разработок. Высокотехнологичные и инновационные компании Назарбаев университета будут базироваться в технопарке. Здесь ученые и разработчики смогут организовать площадку для производства, модификации, тестирования и внедрения передовых технологий. Сейчас в технопарке разрабатываются 7 проектов, прошедших отбор по признаку потенциала коммерциализации.
Один из них – интеллектуальная система распознавания казахского языка. Применение этой технологии возможно в различных колл-центрах, электронном правительстве и автоответчиках. Суть проекта заключается в том, что система распознает абонента, говорящего на казахском языке, и реагирует на его команды. В дальнейшем эта разработка позволит работать колл-центром без оператора, уверены создатели. Эту систему можно будет использовать и для поиска, бронирования и покупки авиа- и железнодорожных билетов. Технология будет распознавать запрос абонента. В целом, открытие технопарка будет способствовать взаимодействию системы образования, науки и бизнеса. Важная составляющая этого центра – офис коммерциализации. Здесь самые интересные и инновационные разработки будут выходить на этап пилотного производства, а после выводиться на коммерческий рынок. Еще один проект, который мне хотелось бы тоже сказать, он очень даже социально значимый проект. Это проект по созданию роботов, роботизации проект. То есть мы серьезно довольно над этими вещами сейчас работаем на Назарбаев университете. У нас есть и как так и прототип промышленного робота, есть прототип также движущихся, самодвижущихся машинок, роботов таких. Вот. Их тоже можно будет посмотреть в Назарбаев университете. Профессор Атакан Варол, насколько да, я знаю. Профессор Атакан Варол, который к нам приехал уже 3 года назад, и, собственно говоря, я его пригласил к нам, он еще сомневался, ехать, не ехать. Я сказал, в любом случае ты получишь большой полезный жизненный опыт. Насколько я знаю, это его проект, это роботизированная рука, которую можно использовать на производстве. Это один из проектов. Манипуляции. Манипуляции, делать какие-то производственные процессы, осуществлять, да. Вот. И кроме этого есть проект, так называемая движущаяся тележка, которая может быть применяться для различных целей. Например, для разведки, для, там, скажем, есть роботы, которые живут, например, для целей безопасности используются. Вот. И для чего вообще в Казахстане это нужно? Вот у нас огромная страна, у нас территория большая, 17 миллионов населения. И если вы посмотрите, очень много людей занимаются совершенно непроизводительным трудом, где их могут заменить роботы. Вот. И я считаю, что один из важнейших элементов для нашей страны, для ее конкурентоспособности, то есть люди должны заниматься как можно более интеллектуальной работой, а вот там, где есть работа такая более нудная, такая не менее, скажем, требующая больших мозговых усилий, там же можно заменять все это роботами. И в большой степени в Казахстане, скажем, охрана, там, безопасность, дорожные всякие вещи, они же могут быть управляемы роботами, уже в мире это делается. Поэтому для Казахстана это, считаю, важно. Поэтому это не просто такой интересный, любопытный проект, а он имеет практическое значение для будущего страны. Вот. Кроме этого, еще есть много проектов, связанных с энергетикой. В частности, это накопление, аккумулирование энергии. Тоже наши профессора этим занимаются. Скажем, у нас очень много, 40% населения живет в сельской местности, занимается бизнесом, как говорится, на селе. И одна из проблем, которая не дает развиваться бизнесу на селе, это отсутствие энергии или нестабильность энергии. Или отсутствие воды, скажем, да, вот, скажем, нельзя уйти далеко, нету возможности поить скот, например, да, вот. А это все обеспечивается ведь автономными системами энергетическими, например. Если вы сельскому жителю, фермеру дадите энергию, он может перемещаться, не находиться только в своем селе, как говорится, где уже вытоптана вся трава. Он может уходить на сотни километров, добывать там воду себе с помощью солнечных и ветровых станций, аккумулировать ее в батареях, использовать для сохранения продуктов, и для воды там, и так далее. И вообще он может в культурной жизни, как говорится, не отставать от нее, пользоваться этой энергией для того, чтобы быть, как бы, онлайн вместе со всей страной. Это очень важный элемент, опять же, вот вы правильно сказали. Действительно, и для каждого казахстанца. Да, для культуры, и науки, и для образования. Это очень важный момент сегодня. И образование есть дистанционное. Поэтому, допустим, дав, скажем, энергию фермеру, вы тем самым даете толчок вообще его бизнесу там, в селе. Вот такие вот проекты у нас в целом. Их много, достаточно много проектов. Проще их показывать, чем рассказывать о них. А будет развиваться бизнес, будет развиваться село, значит, будет хорошо всем. Конечно, это даже важно очень. И даже такие вот сильно развитые страны всегда поддерживают своего сельского жителя, потому что это носитель культуры и традиции. Канат Абдулич, кто имеет право воплощать свои научные идеи, свои проекты в технопарке? Только лишь преподаватели, ученые или студенты тоже, либо может прийти вот
ну, такой человек, как я, посторонний, и предложить свою идею? Значит, смотрите, ну, для начала, как я сказал, это пилотный технопарк. Мы создали пилотную систему отбора проектов, о которой я рассказал. Это все было сделано для внутреннего пользования. Сейчас мы совершенно точно понимаем, что потенциала Назарбаев университета недостаточно для того, чтобы набирать нужное количество проектов. Проектов для того, чтобы это был уже рынок нормальный, инновационный рынок. И должно быть сотни тысяч. Тогда это уже настоящий рынок. А эти 5, 6, 7 проектов, которые выдает сегодня Назарбаев университет, это совсем мало. Поэтому, да, мы сейчас начинаем следующий этап нашего развития. Это приглашать наиболее такие продвинутые идеи, которые сегодня существуют в Казахстане, даже за пределами Казахстана. Мы будем приглашать в технопарк, а впоследствии в научный парк. У нас есть уже один проект в Назарбаев университете, который пришел как бы со стороны к нам. Пришел, они пришли, представили свою работу, мы посмотрели, поговорили с ними, обсудили ее внутри ученые все. И мы считаем, что это перспективная работа. Это энергетический проект, который фактически сегодня уже востребован крупными нашими компаниями казахстанскими, насколько я знаю. И КТЖ интересуется этими проектами, и Казатомпром интересуется. Это проекты по энергосбережению и энергоэффективности, повышению стабильности энергообеспечения. То есть этот проект у нас тоже реализуется сегодня в Назарбаев университете. Он сторонний, он не наш. Они пришли просто и все. Канат Абдулевич, а какова система коммерциализации и каковы критерии отбора интересных идей для внедрения? У нас есть целый такой набор проектов. Ну, во-первых, востребованность проект должен быть, экономика востребована, возможность. Мы проводим также маркетинговые исследования, чтобы можно было иметь какой-то рынок. Конечно, казахстанский рынок не очень емкий, это фактически единичные заказы. Поэтому многие проекты, вообще я считаю в целом, что мы должны ориентироваться на очень большой рынок, то есть за пределами Казахстана. Тогда любая научная разработка она становится интересной, потому что в целом в Казахстане небольшая страна, поэтому наукоемкие проекты, их не требуется много. И иногда действительно можно понять некоторых бизнесменов, которым проще просто взять и купить на стороне все это дело. Поэтому то, что мы сейчас делаем, это стараемся отобрать проекты и для Казахстана, и в то же время, чтобы они могли быть применимы в соседней России, в Китае там, и в других странах. Критерий отбора именно такой. Первое – применимость, рыночность его и востребованность. Вот. В некоторых случаях это может быть, скажем, импортозамещение. Скажем. Мы 99% научной продукции, или необходимых приборов и реактивов, которые нам нужны для научных исследований, мы завозим со стороны. В Казахстане почти ничего не производится. И третье, тоже, что тоже очень важно, ну, в силу как бы, нашей предыстории, перехода из одной системы, как говорится, в другую, многие технологии у нас отстали, и сегодня можно просто, как говорится, трансфер технологий осуществлять из других стран. И у нас тоже такой есть проект один, он связан с получением теплой и горячей воды в условиях и автономных в том числе, вот, гелиоколлекторы. То есть это просто взять хорошую технологию, адаптировать ее в Казахстане, она востребована, если, и начать производство, скажем, мы уже даже договорились с авторами разработки гелиоколлекторов, что фактически там 80% элементов можно уже сегодня производить в Казахстане. Поэтому это создание новых рабочих мест. Вот такие критерии. Насколько легко внедрить проект в пределах технопарка? Не заставят ли ученого, изобретателя собирать очень много бумаг, волокитить, так сказать? Ну, очень хороший вопрос. Я хочу сказать, что первое, что мы хотим и пытаемся добиться, это как бы принцип одного окна, своего рода сон для ученого. Он пришел, и в одном месте он должен получить все услуги. То есть наша задача очень утилитарная – создать определенный сервис, чтобы ученому действительно не бегать. У него же совершенно другая мотивация в жизни. На самом деле, в большей степени он хочет изобретать и продолжать изобретать, а не внедрять свое изобретение. Хотя некоторые и хотят внедрять, но когда они видят эти барьеры, они просто махнут рукой и не занимаются. Поэтому главная задача, почему я говорил, у нас есть центр, офис по науке и есть офис коммерциализации. Ученый приходит в этот офис коммерциализации, и он должен получить все услуги, которые ему нужны. Одному ученому нужно просто запатентовать свою работу и попытаться продать патент, например.
Другому, может быть, нужно создать прототип, показать всем, что он рабочий, и дальше уже найти некое производство, которое может его размножить, как говорится, масштабировать. Канат Абдулевич, к сожалению, наша программа подходит к концу. Пожалуйста, назовите свои контакты. Вдруг кто-то из казахстанских ученых, из других городов, из других регионов Казахстана захочет обратиться. Может быть, на какой-то сайт или какой-то контакт. Назовите, пожалуйста. Ну, есть у нас сайт Назарбаев университета. И на этом сайте есть НУРИС. И мы через этот контакт всегда будем, пожалуйста, там контакты все указаны. Да, там все указано. Там есть наши координаты и так далее. Спасибо вам, Канат Абдулевич, за содержательную беседу. А телезрителям напоминаю, вы смотрели программу «Астана онлайн». Выпуски нашей программы можно посмотреть на сайте bmtv.kz. До встречи! We'll be right back.